матчи без побед над Ювентусом, Спартаком. Да, это серьезно и комплиментно. На мой взгляд, равный матч. Вадим Евсеев хорошо всегда настраивает команду свою, они очень агрессивны. Я очень доволен самоотдачей игроков на сложных условиях. Возможности, можно сказать, оставили на поле. Никто себя не берег к Ювентусу. Очень сложно играть, особенно таким ужасным поле. Во-первых, там играли против ветра, у меня намного хуже, когда на лицо попадает ветер. Но жалко, что сегодня не могу победить здесь, потому что у нас было это возможно, было так близко. 16 нарушений. Из них 8 желтых карточек. Ну, неужели у нас грубая такая команда? Все время желтые, желтые, желтые. 5 метров офсайд, который человек выходит. Он что? Удалось впечатление, что кого-то нужно обязательно, чтобы он не играл в следующую игру, поймать на карточку. Искать причину за то, почему мы не выиграли. Я считаю, что ничья тоже неплохой результат. Идем дальше. У нас скоро очень сложная игра, и будем готовы к этому. Давайте от хорошей танцевать. А до этого было 5 побед к ряду. Это же тоже неплохо. Всегда что-то заканчивается.